Телеканал «Авто24» представляет прямые трансляции чемпионата мира 2016 года по ралли-кроссу. Среди претендентов на звание сильнейшего такие звезды автоспорта, как Себастьян Лёб, Кен Блок и Петер Сольберг. Защищать цвета российского флага будет трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимирзянов. 8-й этап чемпионата. 4 сентября. Смотрите прямую трансляцию из Франции. Только на телеканале «Авто24».